Пострадавшие от взрыва газового баллона в Астане до сих пор находятся в больнице. Напомню, сразу несколько сотрудников кафе получили многочисленные ожоги лица и тела при пожаре в точке общественного питания. Мы втроем, вот Анвар, Камал, мы печку делали, она взорвалась. Я говорю: «Камал, что случилось?» Они туда побежали, говорят, смотреть. Взрыв был, конкретный взрыв. Все. Ну, вот так вот, как говорю, вот мы здесь вот были, отсюда увидели. Ну, просто я присел. Все позвонили, короче, все это. Тут и менты были, короче, и пожарники, и скорая была. Короче, все. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров. Спасатели успели вынести из помещения еще 4 газовых баллона. Кафе, где произошел взрыв, было пристроено к двухэтажному жилому дому. 6 пострадавших сразу же доставили в больницу. 2 из них после осмотра отпустили домой. 4 других мужчин получили термические ожоги лица и тела разной степени тяжести. 4 поступили с термическими ожогами лица и тела, ожоговым шоком разных степеней. 2 из них получили отравление угарными продуктами горения. Все 4 были госпитализированы в центр политравмы, эндопротезирования и комбустиологии. На сегодняшний день продолжается противошоковая терапия и местное лечение. Состояние оценивается как стабильное, стабилизируется. То есть.